Отсвечивать немножко здесь нет. Эй, белая задница. Ой, красавица, красавица. Ты моя красавица, да? Скучаешь по всем? Дома, наверное, сидишь с Леркой. Таня. Это Лерка, Танюха. Осторожно. Лерка. Лер. Тик-тик-тик-тик-тик. Когда ты решишь, тогда поедем. Когда бать поедет? Наверное. Блин, они через неделю-полторы поедут. Ну, главное, чтобы с тобой выходной совпал, тогда поедем. Ты моя красавица. Ой, на камере как будто она щенок маленький прям. О, такие ушки, ушки, ушки. Вообще мадам. Я не взяла, положила на веранде на это. Что происходит вообще? Мне не понравилось, что она спрыгнула на пол. Спать. Что происходит? Ой-ой-ой. Камера вторглась. Ей лишь бы почесаться от фильма. Она к туалету в дверь обычно чешет. На подиум. Шашлык деликатесней. Игорь, тут можно авто выиграть. Будем? Давай. Здесь можно авто выиграть. Выиграем, потом отдадим. Информация. Продадим. Что там? Там Киев, по-моему, тоже. А, нет, что-то другое. Да? Мама, а у нас сосиски остались? У меня столько этих купонов было. В... Снимаешь опять меня, а? Я костер. Дай тебе и не это? Сюда, а, это не палка. Или просто положи. Моя зеленая, далеко не выкидывай, моя это. А. Я ей мешу. Куда же без земля? Просто положи, не втыкай. Вон они ходят сверху. Я ей помешиваю. Да, вот тараканила. Глазик все поцарапало. Сегодня врач приехала. Она так с ней болтала. Прям на весь дом. Руками размахивала. Пока я ее держала. Но и тут не болтает. Что она машину делает, так же велосипед покупать надо. Велосипед надо покупать. Жижа, да, где-то? Че? Жидкость есть, говорит. Жидкость. Спери у мамы телефон. Доча моя сладкая. Шашлык будешь кушать? Скоро будешь уже. Через годик. Соня? Что расскажешь? Что расскажешь? Думаешь, расскажешь? Молчит, сидит. Я говорю, да. Еще что расскажешь? У нее здесь темный волос прям. Да. Лер, что еще расскажешь? Щемительно было. Кошек отгонять. Как зачем, блин? Вся кошка примчится сюда, блин, покусается здесь. Сковородку отберет. Кастрюлю убежит. Ставить буду сейчас. Кастрюлю надо поохранять. Ох, какой ему припечется, интересно. Этот жирный, ну. Хороший прям. Такая. Ай! Горячий, бляха. Дерево. Ну и сах, все закинуть куда-нибудь, пускай висит. Ну, сухой куст. Ну, я тоже заметил. Нифига ты, ё-моё, блин. Дома повторяешь. Тихо.
Свой шашлык не пахнет, да? А? Свой шашлык не пахнет. Не пахнет этот? Ну еще нет. Только что поставили. Ну я тоже. Я говорю, надо к соседям сходить, тогда он будет пахнуть. У соседей всегда замокнутый шашлык. Вот эти собаки ходят, кошки надо охранять нас. Вообще не пахнет. Ничего не говорю. Да, вот здесь пахнет. Пошли по улице, понюхаем хотя бы так наш шашлык. Птица так поет. В тот раз такая, не знала, что мама шашлык готовит. Я чувствую, она подойдет, шашлычком пахнет. И оказывается, у нас так пахнет. Че, мама, как это я не знала? Ну, она не говорила, и сделала шашлычком. Да, я знаю, да. Это оттуда. Нет, там сам щенёчек. Привет, мы вот вышли погулять немножко, Лерка уснула. Сейчас скажи привет. Привет. Игорь оставили делать шашлык, потому что когда я готовила, вообще не чувствуется никакого шашлыка. Хотя бы вышли сюда по улице. Здесь немножко ощущалось около дома, но все равно странно. В этот раз взяла мама Мираторг. Будем пробовать, там прям хорошие куски мяса. Мы думали, все равно какой-то жир будет, потому что мы обычно на развес берем. Лерка у меня вообще очень плохо спала сегодня. Наверное, полчаса в обед и все. Из-за этого она сейчас быстро уснула, надеюсь. Хорошо поспит, и будем ждать мою сестру. А еще я все так и не могу вам выложить влог с Леруа Мерлена. Я его уже обработала, но я все-таки жду, пока у меня по последним видео наберется хотя бы 500 просмотров. Потому что что-то я начала часто выкладывать, и видео прям мало просмотров набирают. Я, кстати, набрала уже 240 минут, как мне нужно было. Мне осталось 200 подписчиков, чтобы подключили мне монетизацию. Я, наверное, сниму видео потом. И расскажу вообще, за какое время у меня набралось, как. Потому что я, по правде, думала... Вообще, я подсчитывала, что у меня наберутся к концу августа примерно. Но, видите, сейчас начало июля, и у меня уже все готово. Ну и будем ждать вообще, как одобрят ее, потому что там вроде должны письмо на почту прислать. Пока вообще непонятно. Кому-то 2 недели, кто-то сразу же, кто-то вообще месяца ждет вот это подтверждение. А еще мы сегодня за место обычной люльки взяли попробовать прогулочку. Вот так вот она выглядит. Не знаю, пока я не поняла, но потому что в автолюльке она очень плохо сидит, ей там неудобно, уже мало места. А здесь вроде нормально, только вот она съезжает вниз и ножками упирается. Все равно, не знаю, пока мы в люльку вмещаемся, и в ней удобнее. Но люльку у нас в багажник не помещается, а вот это поместилось.